Смотрите в пятницу, 12 апреля, программу «О животных хочу домой» на телеканале «Самарагиз». Вы увидите видеовизитки трем очаровательным собакам, ищем свой дом и хороших ответственных владельцев. Посмотрите и заберите. Как определить, что собака действительно агрессивная? Научно обоснованное мнение экспертов. И беседа в студии. Екатерина Баканова, общественный активист, блогер и правозащитник. Тема распространения стай собак по Самарской области, что полезного для природы, большое количество собак или наоборот, приносит вред. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Самарагиз» в пятницу 12 июля в 18:15.